Так, я сейчас собираюсь на вечеринку Мак. Мой блокнот. Отправляюсь на поиски моего телефона. Барахол, потому что я собиралась. Нужно уже быстро выходить. Смотрите, какой гад. Где он был? Ладно, я пошла. Познакомься со своим идеальным оттенком матовой помады. Узнай, что подходит именно тебе. Я решила посещать все мероприятия, на которые меня приглашают. Это похоже на фильм «Всегда говори да», но лишь бы не попасть в просак с этим. Думаю, вы понимаете, о чем я. Поздравляю! Ты такая молодец? Я, конечно, такой... Так, вы что, привет, да, вы такой, вот так вот, вот так вот. Я знаю, куда вас отвезти. Катюша, Антон меня заставил с ним снова снять ролик. Блин, ну ты не можешь его сказать? Слушай, ну хорошо. Да. Можно салфетку влажную? Губы да. Стереть? Да. Так, сейчас я на презентации Кривина Косметикс. Вот их там известных топовых старых пудрах, ее немножко составишь, она очень дорогая. И она там дальше уже в старках с другими продуктами смешана. По сути, мне нужен только ее эффект, поэтому мы решили в эту гранд пипетку огромную просто взять ее, да, как пустую. Лена нанесла конкрет на лицо. Нет, Лена нанесла сначала BB-крем Arborio, потом нанесла немного конкрета на лицо. Конкрет на лицо, господи. Можно наносить куда угодно, я так понимаю, да? А мы на презентации фиксирующего спрея. Мандарины, смоки. Наверное, нафишать, знаешь, не очень будет. Так, иду пробовать спрей. Тоже. Вот так вот выглядит новый продукт от Крыгиной. Ну, приятное ощущение. Изначально здесь был вот такой вот серовато-коричнево-бежевый цвет, лососевый, голубой, зеленый и немножко желтого мы добавили. Это как смешивать цвета? У меня получился просто либо какой-то бордовый, либо фиолетовый, вот который, правда, легко смешать. Ты бери ничего необычного. Цвета, типа бежевый, коричневый. Бордовый. Очень классно. И они очень круто обожаю. С чистыми цветами. Ну вот как вот сделать чистый. Лайм? Как ты это сделала? Елена добавила желтый. Это я уже вижу, да. Но вот нужно также цветообразование другое мне узнать. Это методом проб и ошибок, да, ты интуитивно, ты просто начинаешь их там подмешивать, потому что в любом случае, если все смешать, ну, как собственно, любой, да, весь цветовой круг смешать, у тебя получится серый. Будет ли преобразование какой-то упаковки, потому что... Ну, эта упаковка останется 100%, у него просто будет вторая упаковка, более коммерческая, с аппликатором, и она, ну, как бы изначально запланирована, но мне очень важно было, чтобы он ассоциировался с тюбиком, потому что это краски для макияжа. Как сохранить именно вот эту художественную стезю и... удовлетворить всех. Ну да, потому что это, ну, то же самое главное, что внутри. И на самом деле, когда ты мейкап-артист, тебе удобнее намного тюбики. То есть ты, ну, они более функциональные для тебя. И вначале прям он реально льется. Ты смотришь, такой, подойди! Стой! Ладно, бьюти-видео нафишай, серьезно. Слушаем разговоры. Инсайдерские разговоры. Да. Я нанесла маску, чтобы лицо увлажнилось и подготовилось к мероприятию. Это все та же маска, они у меня скоро закончатся, я надеюсь. Дресс-код на этом мероприятии неон, и все, что связано с Японией, яркое. У меня есть только часть продуктов от Beauty Bomb новых. Это тени Harajuku. Какой же цвет из этих неоновых мне выбрать? В качестве тона использую Face and Body. Помню, как раньше я приобретала косметику MAC. Ее раньше не было у нас в городе Кургане. Приобрести через кого-то, через каких-то перекупщиков. Я покупала косметику на Авито. Тогда это было очень актуально. Сейчас я могу пойти и купить. Но, допустим, у некоторых людей не представлена косметика MAC в городе. И это, конечно, целая проблема что-то вот найти. На Авито я с 2011 года. Раньше я там закупалась косметикой, винтажной какой-то одеждой. Использую консилер, он достаточно плотный. Я его нанесу немного под глаза.
У Авито сейчас проходит кампания, в которой главный сленг, что здесь решают люди, главный хэштег кампании. Она приглашает стать амбассадором. В ней есть интересный термин «авитономика». Авитономика – это экономика, созданная обычными людьми на Авито. Здесь они покупают, продают и совершают сделки на своих условиях. Это когда каждый человек сам для себя решает, какую цену поставить на товар или вообще продать бесплатно, что я, собственно, и собираюсь сегодня сделать. Поэтому я размещу объявление на Авито с тем, что я отдам косметику. Это абсолютно новая помада от MAC и два тональных крема от Stellary. Я их размещу за 1 рубль и надеюсь, у нас будет очень выгодная сделка. Так что переходите в описание. Кто первый напишет, тому я и продам за 1 рубль эти средства. Это будет очень крутой чел. Это будет очень крутой челлендж. Кто любит писать в комментарии «я первая», вот, регистрируйтесь и пишите мне. Пока я буду делать коррекцию стиком от Kika в оттенке 201, я вам немного расскажу о компании, которую проводит Авито. Она ищет амбассадоров. Для того, чтобы стать амбассадором Авито, необходимо выложить фото или видео с хэштегом «Здесь решают люди», в котором вы расскажете, почему вы разделяете принципы авитономики, про которые я рассказывала ранее, и почему хотите стать амбассадором. Участвуйте в конкурсе, переходите по ссылке, также не забывайте, что я продаю помаду и тональный крем за 1 рубль. Так, немного. А есть возможность такая не рисовать мне такие, такого плана щеки? Как-то сделать нормальный контуринг или нет? Нет, нельзя, да? Я сделала макияж, вот так вот он выглядит. Я использовала вот два продукта, это почти два. Это новая палетка от Beauty Bomb Harajuku. И в качестве базы я использовала Blushes от Lime Cream в оттенке Dragon Fruit. Во внутренний уголок глаза я нанесла палетку хайлайтеров от Kat Von D, которая дуохромная, такая переливающаяся, голографичная. У меня сегодня дресс-код неон, извините меня. Сейчас я буду переодеваться. А я сейчас подберу что-нибудь... неонового цвета, что у меня есть в гардеробе. В принципе, неплохо. Мне очень нравится, когда надевают сверху водолазки футболку. Я жесткая панкуха, конечно, Бледный мой макияж или нет? Это нереально какая-то тусовка, я вся в кислоте. Ну что вы скажете? Приветики. Шикарная, шикарная ля тусет. Все так восхитительно одеты. Значит, у вас даже за камерами. Ну просто восхитительные люди. Ты понимаешь, что... А ты? Такая футболка тебе прекрасная. Даже знаю, где брала ты ее. Но рассказывать секретики не будем. Не будем. Конечно. Пойдем. И забью типом. Да. Интеграцию, да, как бы элегантно. Здесь все, понимаете? Честно, не смотрел. Сейчас первого же коктейля, ну представляете? Позор такой устроил. Ты даба, здесь все, понимаете? Здесь YouTube, понимаете? Все ее знают, лицо. Да, заберите ее, пожалуйста. А? Я нет, еще не рано. Кто мы звоним теперь? Level up, level up, level up, level up, level up, level up.